Ушел в заповедник Щупальца. Наконец-то. И подпись, Сквидвард. А где вообще этот заповедник Щупальца? Теперь можно идти. Сэнди, привет! Прости, Губка Боб, не до тебя сейчас. У меня какой-то сдвиг, просто шарики за ролики. Хочу орешков в шоколадной глазури прямо сейчас. Сэнди, ты сама на себя не похожа. Это точно. Никогда не думала, что дойду до такого. Но, наверное, у каждой девушки свои бзики. Может, тебе помочь как-то? Если ты найдешь орешки в шоколадной глазури, я буду просто счастлива. Вот, ешь, малыш. Яблоко от яблони само не падает. Интересно, что тут у нас? Вот где заповедник Щупальца. Здравствуйте! Я пришел к своему другу Сквидварду. Сожалею, но дети в заповедник Щупальца не допускаются. Там до истинного счастья щупальцем подать. Кроме того, юноша, мир и покой нашего сообщества покажется тебе ужасной скукой. Но мне так нужно с ним встретиться. Довольно. Вот тебе билетик в кино. И грузи себе голову всякой ерундой. Взрослые говорят такими длинными словами. Угощайтесь, мистер Шар. Ой, какой приятный сюрприз. Ты такой внимательный, Губка Боб. Вот и яблоко принес.
И оно совсем хорошее, только бочок чуть-чуть подгнил. Ух, Губка Боб, ну как ты мог? Вот он! Проходите, пожалуйста! Эй, 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 подъем! А? Что? А чем дело? Простите, что разбудил, но мне очень нужно кое-что в буфете. Ой, меня же босс заживо сожрет. Надо срочно бежать за стойку. Ура! Сработало! Ну надо же, куда ни плюнь, везде реклама. Издеваетесь? Грязный пузырь заразил пузырьковый автомат, и теперь его клоны громят нашу студию? А-а-а! Так, срочно туда морского героя и очкарика, они же супергерои. В шашки играют. Но кто же остановит грязного пузыря? Нужна помощь, мистер Молодстейн? О, ты как раз вовремя. Слушай, на студию заявился грязный пузырь, и теперь там все громит. Сходи, разберись. Надо лопнуть все пузыри и все потом вычистить. Хорошо, а что вы будете делать? Парень, по-моему, мы это уже обсуждали. Все нормально? Да, тебе спасибо. Прибежал как раз вовремя. У меня начальник еще тот. А можно мне шоколадку? Спрашиваешь? Ты же мою чешую спас. Как же ты заснул в туалете? Знаешь, работа у меня не самое веселое, когда основное занятие — отдирать жвачку от прилавка. Заснуть проще простого.
Ты шутишь, что ли? Так ничего нет. Так, ну нет. Ни за что так ничего, ну нет. Это уж вряд ли. Нет, не пойдет. Я знал, что у меня получится. Алло? О, это ужасно! На помощь! Скорее! Что случилось? Какой-то музыкальный маньяк закатил концерт. Что там, классика или джаз? Хуже! Прогрессивный рок! О, только не это! Ждите, я сейчас буду. Теперь-то я успею пробраться внутрь. Теперь можно идти. Нет, не пойдет. Так ничего не получится. Полегчало? Да, Губка Боб, прости, что я так странно себя вела. А, ерунда. Не спорь, за мной должок. Сэнди, мне поручили найти актеров для новых приключений морского героя и очкарика. И я очень хочу тебя пригласить. Для тебя что угодно. Но с чего ты взял, что у меня получится? Да ты что? Только великие актрисы впадают в такие безумства. Ну ладно, придется спасать твой фильм. О, ты как раз вовремя. Да, мне это нравится. А теперь брысь отсюда и за работу живо. Жизнь прекрасна. Ужасного рокера. А ты о нем откуда знаешь? И вообще, как ты сюда попал? Ну... Так это розыгрыш. Простите? Из-за тебя я работу потеряю. О, нет. Кажется, я знаю, как вам помочь. И как же? Ну, я могу предложить вам другую работу. Сняться в новых приключениях морского героя и очкарика. Ладно, я согласен. Если это вопрос жизни и смерти, то делать нечего. Это значит да? Да, болван. Thank you.
Сквидвард! А я тебя везде искал! Привет, Губка Боб! Тебе срочно нужно вернуться в лагуну Бикини! Ты ведь хочешь сняться в новых приключениях морского героя и очкарика? Даже не верится, что я это говорю. Я бы с удовольствием, но... О, отлично, пойдем! Не могу. Тут мне стало так скучно, что теперь вообще ничего не хочется. Мне казалось, тебе здесь нравится. Ну да, так оно и было. Но каждый день делать одно и то же просто невыносимо. И потом я так соскучился по дому. Даже по мне? Ладно, хватит этих нежностей. Ты должен мне помочь. Ну как же тебя взбодрить? Может, принести энергетический напиток? Честно говоря, я бы выпил чашечку какао. Элементарно. Наверняка где-то поблизости есть кафе. Ну не может не быть. Чудно. И не забудь про взбитые сливки. Я всегда их добавляю в какао. А купить их можно только в супермаркете. Уже иду! Держись, дружище! Думаю, если за дело взялся Губка Боб, держаться осталось недолго. Здравствуйте! Мне, пожалуйста, чашку какао. Добро пожаловать в С-клад. Здравствуйте! У вас есть взбитые сливки? А тебе зачем? Ну, это я вообще-то для друга. Ага, ну конечно. Там они, в дальнем углу. Тебе повезло, сегодня мы раздаем бесплатные образцы. Бери, не хочу. Спасибо большое. О, нет. Что такое? У нас в полдень распродажа орехового масла. Так это же здорово! Да, здорово. Для всех, кроме меня. Ты хоть раз видел полчища домохозяек, которые сметают все на своем пути? Нет. Сейчас увидишь. Задраить люки! Ничего не делает. Эх! Ёж морской! Ну, можете выходить. Все, разошлись. Ты меня просто спас. Ты так работаешь с покупателями. Ну, было где учиться. Ёж морской.
рукой. Эх! Ёж морской! Ничего не делает. Можно тебя. Можно ничего тебя? Не делает. Можно тебя. Последний баллончик. Хорошо, что он затерялся тут среди водорослей. Губка Боб, так держать. Ваш заказ – какао со взбитыми сливками. Чудесно, восхитительно, бесподобно. Как ни странно, на этот раз ты сделал все правильно. Ну что ж, раз тебе уже лучше, так как насчет съемок в новых приключениях морского героя и очкарика? Я согласен, только бы выбраться из этой дыры. Ну вот, узнаю старика Сквидварда –